Для победы снова хватило одного мяча. Ярославский «Шинник» в третий раз подряд выиграл со счетом 1-0 в чемпионате ФНЛ. На этот раз команда Вадима Евсеева справилась с Муромом. Ярославцы на долгое время из-за травмы остались без одного из лидеров Дмитрия Самойлова. Без 15-го номера «Шинника» стало меньше остроты на фланге. В некоторых ситуациях чуть лучше смотрелись гости. Где-то ярославцам везло. Спасал и вратарь Михаил Филиппов. А свой единственный мяч «Шинник» оформил на 54-й минуте. Отличился Илья Азявин. Это 13-я победа подряд для команды Вадима Евсеева в чемпионате ФНЛ-2. В четверг в гостях «Шинник» сыграет с «Волной» из Нижегородской области. Тяжелая игра. Хороший соперник. Мы столкнулись. Опять же, это в первом круге с этой командой. Руководит опытный тренер. И у нас много чего не получалось в первом тайме. Где-то нам сегодня повезло. Вот, а где-то, наконец, и вратарь в работу вступил.